Для нас большая честь сегодня выступать на этой сцене. Мы хотим выразить большой респект и уважение людям, родителям Жанны, которые находятся здесь, людям, которые организовали и организовывают, продолжают организовывать эти замечательные мероприятия, потому что в нашем мире столько людей, которые нуждаются не только материальной, но и просто в человеческой поддержке, и мы, музыканты, в свою очередь, может поддержать их, вот именно участвуя в таких мероприятиях. Спасибо родителям еще раз.